Он инвалид-колясочник, они побежали к выходу, когда началась там паника, и был большой риск, что их задавят, потому что на коляске. В общем-то, они сидели, а потом услышали вот эти вот все выстрелы, хлопки, ничего не поняли, но увидели, что все люди куда-то ринулись, и они... Но забежали эти, значит, террористы, и... Они застопорились на лестнице, он не мог спастись, потому что не было пандусов. Ну, эвакуационные выходы были без пандусов, и она решила, она просто села вниз и увидела, что стреляет. Я поворачиваю голову и вижу, что в грудь ему несколько выстрелов, и он упал на нее. Вот я как бы дословно то, что знаю, что он упал на нее, и она еще пыталась, но он моментально сказал, он погиб моментально. Где была моего сына, а поклонник группы именно девушка, потому что он знал, что это любимая ее группа, она давно ждала этот концерт, и он вот купил билет, чтобы ее порадовать.